Армянские сотрудники Соткского золоторудного месторождения сбежали с рудника, где проводились работы по добыче. Об этом, как сообщает Ньюфсам, новости Армении, заявила депутат парламента Армении Тагуита Вмасян. После окончания Второй Карабахской войны половина месторождения оказалась в зоне контроля азербайджанских войск на западной границе Кельбаджарского района. Азербайджанские войска вышли к госгранице с Арменией, и таким образом половина месторождения оказалась на азербайджанской территории. Однако в последние дни армянские вооруженные силы ведут беспрерывный обстрел позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. Азербайджанская армия подавляет огонь противника. Смещение эпицентра армяно-азербайджанского противоборства в район Сотка подтолкнуло работников к бегству из горячей точки. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч!